Министерство транспорта планирует запретить высаживать детей из рейсовых автобусов. Законопроект поступил в правительство. Правило коснется тех пассажиров, которым еще не исполнилось 16 лет. Высаживать безбилетников будут в том случае, если их жизни и здоровью не грозит опасность. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова предложила ввести полный запрет на высадку из общественного транспорта несовершеннолетних, независимо от внешних обстоятельств. В случае введения закон не освободит родителей от оплаты проезда ребенка и штрафа.